Обычно день в стойбище начинается с прихода оленей. Загоняют в хоралы ездовых быков, и все мужчины идут по своим делам. Кто собирает дрова, кто проверяет сеть. Осенью обычно в устьях рек ставят сети на омуле. Этим занимаются почти все оленеводы. На целый день работы отбирают самых резвых быков. Нашему герою Андрею предстоит рано выехать и поздно возвращаться. Вот он, Андрей, в красной малице. Он собирается посмотреть свои пасти на песца. Сейчас, хоть и пользуются пастями для охоты на песца, но практически не изготавливают их. Только подновляют старые, доставшиеся от предков. Андрею пасти достались от прадеда. У оленеводов-охотников бывает от 10 до 30 ловушек. Чтобы ловушки не заметало снегом, их ставят по берегам рек, на видных местах, на маленьких возвышенностях, кочках, холмиках. Каждый охотник ставит пасти на своих родовых угодьях и периодически их проверяет. Пасти представляют собой доску или бревно, под которую снизу ставится дощечка и на нее кладется корм. В ловушках-пастях обычно используют в качестве приманки корма для песца шкуры павших тюленей или моржей. По-немецки это называется «хале». Находят убитого моржа или белугу, который пробила на берег обской губы или море. Вырезают из него вонючую, протухшую, жирную шкуру и используют в качестве приманки. На доску, которая должна захлопнуться, кладут камень. В тундре можно найти довольно много больших камней. В этих ловушках используют камни весом от 2 до 5 кг, способные намертво задавить песца. Пасть – это русское название. По-немецки пасть называется «пяянг», в дословном переводе «деревянный капкан». Такое устройство есть у многих народов. В Канаде я видел такую ловушечку. Там ее тоже используют для охоты на диких зверей, на соболя, на росомаху. Но там они сохранились только в музее под открытым небом, а у нас используются до сих пор. Традиционный метод ловли песца пастями отличается от капканного промысла тем, что никогда не приводит к увечьям и потерям зверей. В хороший год, когда много песцов, за день в разные ловушки попадает 5-6 песцов. Проверяются пасти где-то через 2-3 дня. Это зависит от обилия песцов. Когда их сильно много, ловушки часто проверяются. Когда не бывает лемминга, которым питаются песцы, они могут поедать друг друга. В пасть или железный капкан попал один песец, а другой начинает его есть. Что интересно, ловушка сделана без единого гвоздя. Она стоит как бы на 4 ногах. Снизу идет основание, по бокам идут доски и сверху основная доска, которая захлапывается. Когда сделают новую пасть, ее обычно весной ставят где-нибудь на возвышенности. И ловушка должна год простоять на открытом воздухе, чтобы она проветрилась, ушли запахи человеческие. Хорошо, если на этом месте когда-то пал олень. Тогда место это будет пропахшее его запахом. Только через год ловушку можно использовать. Тогда она уже продута всеми ветрами и не имеет человеческого запаха. Вот эта ловушка. Видно, как ее развалили олени. Стоит на бок, все слетело. Обычно ловушки ломают олени. Осенью, в конце августа, в сентябре начинают шелушиться рога у оленей. Вот эти волоси снимаются у них, и рога у них чешутся, наверное. И олени обо все подряд дерут свои рога, чтобы выпали эти лохмотья. Вот так они ломают и валят пасти. Эта ловушка уже была под снегом. Мы ее вытащили, поставили на снег. Вот пришел оленевод, охотник. Давненько он не навещал эту пасть. Палка у основания, она сломалась уже. Старая палка. Одним концом она ставится в дырочку на верхней доске, а острием вниз, в землю, чтобы не ходила, не бегала верхняя доска. Доска должна стоять ровно,
подпорку устанавливают на том же уровне. Сверху кладется камень. Ну, внутри ловушки на специальное приспособление одевается маленькая приманочка. Песец пролезает далеко в пасть, подкрадывается к корму. Чуть-чуть задевает приманку и моментально срабатывает ловушка. Песец не может уйти ни вправо, ни влево в узкой пасти. Камень сверху тяжелой доски давит его, и он погибает под гнетом. Охотник отправляется к следующему капкану. Для дальних поездок отбирают сильных оленей. Также в упряжку для обучения ставят молодняк. Один из быков бывает необъезженный, молодой. Его в это время учат ездить в упряжке.